Сербус Дехов желает Максим Дехов. Сегодня бизнес-идею хочу я вам рассказать. Есть у меня знакомый, кто живет с бабушкой вдвоем в одной квартире. Бабушка очень вредная. Так вот, идея в чем заключается. Бизнес-идея. Бизнес-идея. Снимать бабушку, как она вредничает, на видео. Размещать у себя на канале. А? Как вам такая идея? По-моему, супер идея!